Хотел бы узнать просто, когда последний раз у нас было обновление троллейбусного парка, то есть какая техника, в каком состоянии она сейчас на сегодняшний момент находится, и потребность, конечно, в том, чтобы обновить этот парк. То есть сколько необходимо единиц для того, чтобы без ущерба, с максимальной экономией для бюджета работало это хозяйство троллейбусное. На сегодняшний день в балансе около 15 тысяч 47 единиц с учетом капитального ремонта восстановительного износ составляет 127% нашей техники. Самый свежий троллейбус 12-летней давности у нас. Средняя возраст троллейбуса 12,7 лет составляет. Если говорить о потребности, ну, исходя из того, что у нас на сегодняшний день в среднем выходит 14-15 троллейбусов ежедневный выпуск, то, наверное, где-то 20-25 единиц было бы неплохо нам освежить технику. Переговоры Вячеслава Викторовича Володина и мэра города Москвы Собянина Сергея Семеновича. Да. Ну и как бы было принято решение, что там высвобождается 200 машин троллейбусных, и 50 машин будут направлены на Саратовскую область. Конечно, это очень хорошая новость, но распределение этих 50 машин, конечно, вот такое будет. Не хотелось бы, чтобы город Балаково просто был в этом распределении участвовал по остаточному принципу. То есть подготовьте обращение от всех уровней депутатов совместно с администрацией, то есть городские депутаты. Не важно, чтобы это относится все-таки к городу, но и районные. Хотелось бы тоже, чтобы депутаты приняли участие. Но информацию совместно с администрацией все-таки направить Вячеславу Викторовичу, чтобы рассмотрели именно тоже наш Балаково. Поддерживаем эту инициативу. Действительно нужно подготовить. Будем участвовать в подготовке такого обращения. И, Александр Сафарович, наша часть, значит, в этом вопросе именно фактуру. То есть вы предоставьте для этого обращения короткую какую-то справку, информацию о реальном состоянии дел с технической вашей базы.